Привет, я Стас Давыдов. А первое видео прислал Тони Глюк 1. Это был чудесный солнечный день, и ничто не предвещало беды. Нет, ну понятно, что здесь должно было произойти что-то неожиданное. Но чтобы вот это? Да на него с таким же успехом мог 5-тонный пингвин упасть. А каково тому парню, который под крышей сидел? Да из тех кирпичей, которые он там после себя оставил, можно газебо построить. Ну, теперь парня ожидает развивающая фантазию игра «Придумай правдоподобную отмазку для родителей». Он может сказать им, что крыша тоже захотела купаться. А вы заметили, как аппетитно столб ломается? А нефиг дурью мается, надо столбы нормальным цементом укладывать, а не соплями с глиной. А, да, пока помню. Гамак дома. Ни в коем случае. И это хорошо. И мы переходим к познавательной страничке «Культурные традиции народов мира». Рассмотрим такую интересную азербайджанскую традицию, как мейхана. Мейхана — это речитативная импровизация. Короче, это такой азербайджанский народный рэп-баттл. Серьезно, у них даже в 20-е годы свой тупак был. Али Ага Вахид. Так вот, ты кто такой? Давай, до свидания. А ты кто такой? Давай до свидания. 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 Знаете, это все, конечно, очень странно и ржачно, но я лучше оставлю при себе свои шуточки. Не очень хочу острое кавказское блюдо себе куда-нибудь в живот. Давайте лучше вернемся к нашему аул-батлу. Ребенок, эх, тебе манны каша. У нас есть мамаша, еще папаша. Что хочешь от меня, ты, Наташа? Твой рейс, Дубай, до свидания. Твой рейс, Дубай, до свидания. Алла, ты кто такой? Давай, до свидания. Мой милый мозг, давай, до свидания. Привет, я Елизавета. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ты кто такой? Ну, я... Давай, до свидания. До свидания есть? Есть. Ну тогда давай, до свидания. Гитлер, сделай хайль, до свидания. Не, а что вы на меня так смотрите? Короче, схема такая. Берешь любую фразу, добавляешь к ней «ты кто такой, давай, до свидания» и все. Ты мейхан маста. И это хорошо. Третье видео прислал чувак с таким ником, что мне его даже называть не хочется. Многие ждут чемпионат Европы по футболу, который в этом году пройдет в Польше и Украине. Так вот, китайцы, видимо, тоже очень ждут. Аж целый музыкальный клип по этому поводу сделали. Да-да, это китайский мультик. А если заваленный Биг Бен, горящий Колизей и погнутая Эйфелева башня не вызвали у вас подозрений, то не прикидывайтесь дураком. Вызвали. Давайте посмотрим дальше, как китайские аниматоры видят европейский футбол. Да, вам не показалось, это действительно какое-то китайское видение прощания славянки. И да, это, судя по всему, сборная украинских азиатов, которые играют в футбол с, судя по всему, темными силами. Yo!
замечал, что у китайцев такой непредвзятый взгляд на Европу. Только это, ну, Вторая мировая, она кончилась еще в 45-м. Ах, да, у них же там в этом мультике еще и мехи есть! И просто катастрофически не хватает тентаклей. Ах, да, пока помню. Поездка в Китай. Даже не думать. Угу. И это хорошо! Да, если кому интересно, я сегодня в Питере на мероприятии. Подробная информация здесь внизу в описании. А вопрос прислал Антон Петров. Антон Петров, чтобы получить футболку, проверь свою личку на ютубе. Кто сильнее Чака Норриса? Кто сильнее Чака Норриса? Свои интересные ответы оставляйте в комментариях здесь на ютубе. На этом все, с вами был Стас Давыдов. Подписывайтесь, ставьте лайк, видео на обзор присылайте вот сюда в раздел на обзор. И давай, до свидания. Итак, зачем нужен пакет для пакета с пакетами? Кто залезает недавно в машину? Голый мужик. Кто демонстрирует всем свои яйца? Голый мужик. Кто залезает недавно в машину? Голый мужик. Кто демонстрирует всем свои яйца? Короче, это такой азербайджанский народный рэп-баттл.